Tak. Остались самые стойкие. Наверное, первая зимняя планета. Платину нашел. Блин, ни черта не видно, а. Косой, чё ты? Да играть еще играть. Найс.
А как ты не попал? Это что за луч? Да вот он стрелял лучом. Я хочу вернуться. А-а-а, там еще один. Криминальный авторитет. Криминальный авторитет уничтожен. Что тут лут есть? Аптечка. Не факт, что я смогу ее полутать. Уже во всем этом большом пространстве нет ничего. Только дальше будет. Может, информация еще какая-то полезная? Куча всего. Ну не весь лут в одной кучке сложили. Вы впереди, я замыкаю. Полониевые патроны.
Тебе эти две оставить? Над спасательной капсулой идут старые следы, однако выживших не видно. Ну, я не вижу, куда эти следы ведут и где они. Мумифицированный саларианец. Найден медальон. Найс, поехали. Все чисто, уборка завершена. Ну, мы типа можем возвращаться, но я могу тут почекать немного. Может, найду ресурсы. Пусто все.
О. Я здесь. И глаза. Ну чё, я же здесь находил этот астероид, нет? Да. Кажется, я у всех трех тут был. Гамми-Аиды. Я, по сути, могу вот здесь спрятанные астероиды обследовать. Изи плюшки. Танский диск с данными. Наверное, не больше одного. Аж два астероида. Медальончик. Брат говорил, что они как-то мерцают, что их можно увидеть. Так, а здесь нету, что ли? Thank you.
Да, можно летать без цели, приземляться на некоторые планеты. Ну, то есть, вот, смотри, тут куча планет, да? И приземлиться я могу, скорее всего, только на какую-то одну из них. Но я могу их разведывать и получать там какие-то плюшки за то, что я просто вот тут нажму. Бывает кнопка «Разведать». Ну и когда ты приземляешься, там есть точки на карте, где типа что-то можно поделать полезное. Стрелять там, найти какую-нибудь фигню. В гамме Аида я во всех трех полутал. Ладно, будем считать, что во всех трех. То есть вот видишь, я могу такой фигак вот сюда полететь. Местное скопление. Ну вот, считаем Тауэр Темида и Гамма Аида я исследовал. А это что? Солнце. Земля, что ли? Реально Земля. Неужели мы тут ресурсы найдем? Не похоже. Марс. Плутон. Меркурий. Так, а тут есть поселение? Тут есть несколько солнечных электростанций. Земля. Одиннадцать с половиной миллиардов населения Земли. Интересно, Pixel H. Интересно. Чё я вообще здесь могу? Просто посмотреть на планеты? Ну чё, я все здесь осмотрел и абсолютно ничего я сделать не могу. А вот на Луна еще. О, я на Луну могу приземлиться. Пельменит, да, обалденно. Майонезик там у него есть? Да, да. Нормально. Нормально. Пельменит.
Удивительно, он просто слишком мало пельменей ест. Там... Первый раз в жизни. Не, я имею в виду, что пельмени вроде, когда начинаешь их есть, они ух, как вкусно. А после там 10-го, ну уже как-то это... Ну такое. Котик, варил себе порцию, это очень было вкусно. Да. Там японец впервые попробовал пельмени, он тоже смотрел ролик. И говорит, что пельмени лучше гёдзи. И очень вкусно. Угу. Луна 23. Учебный полигон Альянс. Можно невкусные пельмени сделать, чтобы это не ел наши пельмени. Не жрал заморскую еду. И гёдзи ест. Да. Вымрут пельмени, если другие их начнут есть. Смотрите, земля. Я же видел землю. Я на Луне. Нормально. Ух. Тут враги. Чё они здесь земли? Америкосы. Индосы. Или это квест про ИИ, ну, точнее, виртуальный интеллект, взбунтовавшись. Возможно. Я просто русский, а это американский. Да, научная станция. Вот, мне виртуальный интеллект нужно отключить здесь. Буйный. Чё он дверь не заблокировал? Недостаточно умный. Не знаю, что это за электроузел. Взорвется. Понятно, просто, короче, комнату с лутом. Так, может здесь какие-то дроиды будут? Дроидыки. Совершенствованный штурмовой дрон. Нереально попасть. Там в засаде подлетел. Убить.
Реально вообще невозможно попасть просто. Помогите! Они не стреляют, потому что я их перезагрузил. Жестко. А что, мне их нужно перезагрузить или что? Первые три вычислительных блока. Там типа три комнаты. Вроде лута никакого я не видел даже.
Я не знаю, поломка самих электроузлов мне что-то дает. What? Дроиды сильнее, чем всякие там живые существа пока что. А я этот ящик не видел. Блин, ну мне что, каждый раз взламывать придется? На обратном пути это сделать?
Да ее. Ну, я думал, что там на них действует саботаж. Он как будто бы даже долго действует. Ладно, это я на обратном пути полутаю. Или хотя бы сначала этих убью. Убил. Рядом с ним лучше не стоять, я понял. Началось ведь.
Второй отключен. Так, я не в этот же ходил, правда? А как хорошо стояли, можно было саботажем там рассаботажить всех. Так, сейчас окажется, что я отсюда пришел. Да.
Это удобная, кстати, тактика, когда их в кучу просто. Куда стрелять? Какая-то, не знаю, я не смотрел, что там за игры. Или смотрел, но не помню уже. Получена специализация. Ваша специализация заменит ваш основной класс в разделе умений меню отряда. Ну вот это уничтожение усилит урон всех видов оружия. А это усиливает перегрузку и саботаж. То есть моя снайперка будет мощнее с этим, а с этим мои способности. Ремастер Ghosts and Goblins. Это не Ghosts and Goblins Resurrection. Ну если так, то это не ремастер. Отдельная игра. Сложный выбор.
Ладно. Спецназовец открылась. Урон увеличивает. Не знаю, но вообще они же не супер, как это сказать, много нового придумывают и как бы там переклеивают то, что было. Получается как бы новая игра, но фиг его поймет. Так а чё, я получается сделал этот квест? Я не представляю. Да, выполнено. Непонятно, есть ли смысл вообще мне здесь ездить еще? Могу ли я здесь найти ископаемые полезные? Вряд ли. Но тут, возможно, есть какие-то места, отсылки к чему-то. Сейчас туда подъедем.
Это просто турели того виртуального интеллекта. 2К экспы из воздуха. Аркадия. А тут нет метеоритов. Нирвана. В Асгард отправляемся, сейчас там Тор будет. Тир, хорошо. Локи. Бор. Это астероид, который одновременно орбитальный порт. И сейчас он почему-то на ближайшую планету. Его направили там какие-то террористы, видимо, захватили. Надеюсь.
Труп господина Менделя. Убили выстрелом в затылок. Сначала пытали. Может, тут кеты? Видимо, какие-то защитные башни активизировались. Наверное, это какой-то DLC-квест тут. Реально, он что там наверху? Качает. Там наверху, небось, эта башня. Поверхность неровная, капец. Батарианцы. Батарианцы. Чак,
У него щит какой-то, что ли? Или это я в Рекса попадал, не знаю. Тихие и мертвые, прямо как я люблю. Показывают, что двигатель отключился. Это были вы? Вы меня слышите? Кто вы? Что происходит? Меня зовут Кейт Боуман. Я инженер. Мы должны были доставить этот астероид на орбиту Терра Новы. Вчера на нас напали батарианские экстремисты. Мне удалось спрятаться. Что с озвучкой? Похоже, они знают, что двигатель отключен. Какова их цель? Я не знаю. Но если вы не остановите астероид, он уничтожит миллионы людей на Терранове. Если узнаю что-то еще, мне пора. Удачи. О, господи, я не хотел. Вас задело? Одним выстрелом меня не уложишь. Извините, я не понял, что вы человек, пока... Да, солдат из меня никудышный. Я знаю, что вы напуганы, но я тут, чтобы помочь. Капитан Шепард, войска Альянса. Саймон Этвелл, главный инженер на этом астероиде. Послушайте, у нас нет времени. Батарианцы включили реактивные двигатели. Нужно отключить их, пока... Я не знаю, как будто. Там 4 миллиона человек, Шепард. Я... Моя семья там. Они живут в Вороносе. Мои дети и внуки. У меня нет времени заниматься расчетами. Длина Х-57 — 22 километра. Вдвое больше, чем у астероида, который стер с лица Земли динозавров. Это будет как одновременный взрыв миллионов атомных бомб. Миллионов! Жар будет такой, что за 1000 километров сгорит вся одежда. Планету поглотит огонь. Ударная волна сплющит все на сотни километров от взрыва. Терра Нова погибнет, Шепард. Не только колония, вся планета. Климат радикально изменится. Массовые вымирания видов. Экосистема не восстановится за 1000 лет, а может и за миллионы. Если он упадет в океан, есть какая-то надежда? Будет еще хуже. На сушу обрушится цунами, сметая все на своем пути со скоростью несколько сотен километров в час. В районе столкновения испарятся миллионы тонн воды. Всю планету покроет толстый слой облаков. Погибнут все. А он шарит. Об экосистеме сразу можно забыть. Конкретных цифр назвать не могу. Но поверьте, это будет настоящая катастрофа. Непонятно. Батарианские бандиты жестоки. Но они во всем ищут выгоду. Зачем им уничтожать планету? Что им это даст? Я слышал всякое. Как из людей делают рабов и обращаются с ними хуже, чем с животными. Как пираты сжигают дотла колонии. Но чтобы так...
Конвенции Цитадели запрещают смещение астероидов. Я не думал, что батарианцы до этого дойдут. Вы находились здесь во время нападения. Сколько вы видели батарианцев и где? Они высадились у главного комплекса. Теперь он заблокирован. Они сменили код доступа. Без понятия, что там происходит внутри. Я видел, что к каждому двигателю отправились группы бойцов. Не могу назвать точное количество, но попотеть вам придется. Вы не знаете, кто за этим стоит? Кто у них вожак? Возможно, это все прояснит. Я слышал, как двое из них упоминали какого-то Балака. Похоже, он у них главный. Вроде бы им не очень нравится происходящее, но они его боятся и выполняют все, что он скажет. Далеко не все батарианцы одержимы геноцидом, но эти настоящие террористы. Да, я понимаю. Просто сегодня утром я был застигнут врасплох тем, что произошло. Повсюду батарианцы, а мне нужно отключить 3 двигателя. Мне нужно знать что-то еще. Один из двигателей окружен подрывными зарядами. По прибытии на орбиту Терра-Новы мы собирались заняться разработкой пород. Я снабдил их датчиками движения. Ваш танк моментально активирует их, так что придется идти пешком. Если подойдете слишком близко, они взорвутся. Идите медленно и будете в порядке. Вы же сами их поставили. Их можно деактивировать? Отсюда... Прострелять просто нельзя. Есть ручная панель управления. Это внутри зоны взрыва. Можно отключить детонаторы оттуда. И еще. Перед атакой, недалеко от участка, работала группа инженеров. Боюсь, они в опасности. Батарианцы безжалостны. Я видел, как они разбивают скафандры у тех, кто работает в космосе. Да еще варены. Не похоже, что они питаются только падалью. Где могут быть инженеры? Они отправились проверять оборудование по периметру. Вы должны подключиться к башне-передатчику на поверхности. У вас на сенсорах отобразится местонахождение станций оборудования. Постараюсь найти их, но главная моя цель — это двигатели. Да, вы правы. У главного комплекса находилось много инженеров, но сейчас все они, вероятно, мертвы. Или в заложниках у батарианцев. Некая Кейт Боуман связалась со мной по радио. Батарианцы еще не нашли ее. Кейти жива? Она одна из лучших моих инженеров. Записалась сюда с братом. Кажется, его зовут Аарон. Он из службы охраны. Рассмотрим худший случай. Допустим, астероид мы не остановим. Слишком много болтовни. Мне спасать надо. Эвакуировать? Шепард, чтобы колония так разрослась, потребовалось 30 лет. Уверен, они перевозят людей в удаленные зоны. Но им ни за что не удастся увезти с планеты более нескольких тысяч человек. Нам просто не хватит кораблей. Ни у кого столько нет. Ну, может, у кварианцев. Но они вряд ли появятся тут неожиданно и помогут нам. Зачем вообще вам нужно было перемещать астероид? Мы хотели доставить его поближе к Терра-Нове, добыть полезные ископаемые, а потом сделать из него орбитальную станцию. Нам не придется доставлять необходимые материалы на орбиту, а полученные минералы полностью покроют затраты. Что вы можете сказать о Кейт? Очень умная женщина. И смелая. Надеюсь, она хорошо спряталась. Если ее найдут... Ах, Кейти, лишь бы ты не сделала никакой глупости. Вам лучше где-нибудь затаиться. Если батарианцы вернутся и найдут вас... Да, я и сам так подумал. Толку от меня немного. Удачи, Шепард. Ну, сегодня я это не пройду. Похоже, много еще и будет болтовня на каждом шагу. Только я постреляю чутка. Заканчивать будем.
Ладно, всем спокойной ночи. Следующего стрима, пока. До завтра. Pixel Edge. Пока ночь.